А, это этот, да, я помню. Из тусовки мистера Носа. Все просто вперед нагнал. Все, никуда не попал. Пассаж заживал. Но конкретно в такой херне он не настолько плох, как в попытке играть рифы. То есть какой-то там условный ряженкообразный джазец. Немножко торопливо, с поджевыванием, но поковырять может. То есть он именно особо смешон, когда он пытается какие-то рифы играть. Вот, то есть в плане чувства ритма у него вообще отсутствует. Просто никуда не попадает. Да, то есть ряженкообразный джазец, ну, более-менее слушабельный. Суетливый, с вознёй, но более-менее слушабельный. Попытки играть рифы вызывают гомерический хохотыч.